Во Дворце творчества детей и молодежи в торжественной обстановке подвели итоги первой смены работы социально-педагогических площадок. Вожатым вручили почетные грамоты. Подробности далее. Сначала они успешно закончили учебную программу школы вожатых, а теперь за их плечами месяц работы на площадках городского округа. Каждый из них теперь не понаслышке знает, что такое ответственный подход к работе. Это для меня первый раз. Это очень интересный опыт. Мне больше понравилось работать с детьми. Это очень интересно, когда ты передаешь свое воспитание, свои привычки молодому поколению, подрастающему, прививаешь им любовь к спорту, к культуре. Тимофей и его коллеги в этот день были главными действующими лицами на сцене дружбы, с которой их приветствовал начальник управления по работе с молодежью администрации городского округа Оксана Лебедева. После официальной части всех вожатых и их подопечных наградили грамотами. Это их заслуга за спортивные, творческие и познавательные программы, игры и квесты. Впереди еще много интересного, веселого, впереди еще целая половина лета. Я думаю, что каждый из вас на наших социально-педагогических площадках как следует отдохнул. Это действительно самая интересная и самая популярная у нашей молодежи форма отдыха. 26 юношей и девушек – настоящие таланты. Помимо успешной работы в должности вожатых, молодежь блестяще себя показала и в роли артистов. Зажигательные песни и танцы никого не могли оставить равнодушным. Ребята, которые понравились ребятишкам на площадках, которые замечательные отзывы. Мы все это ездим, проверяем, общаемся с жителями, с детьми, с родителями. То есть у нас обратная связь такая достаточно серьезная. С 1 августа начнется вторая смена вожатых, инициативных юношей и девушек. А значит, и август будет не менее интересным, чем июль.